Здорово всем, с вами Прия. Сколько вы уже успели сделать локалочек за текущий контент, за прошедшие 15 дней? 100? 200? 300? Быть может, вы вообще недавно докачались? А может, вы докачались в самые первые дни и сделали около 1000 локалок? Это все равно мало. Есть люди, которые сделали 5000 локалок. Да-да, на самом деле был выявлен относительно недавно баг, с помощью которого можно, перезаходя в различные заранее собранные группы или просто-напросто выходя из зоны выполнения локальных заданий, что-то типа такого. На самом деле я даже и не особо вчитывался, потому что это дело наказуемо. Те люди, которые это использовали во благо своего персонажа, будут забанены. Все награды, которые они получали за такое действие, а это Азерит, который мы получаем за локальные задания, это какие-либо планки репутации, некоторые очки репутации, конкретнее, если говорить, 200, 300, а это на самом деле весьма много, если так задуматься. Что мы еще получаем? Шмот. Он может пропнуть. Все-таки на каждой вещице написано, что он 330 и выше, и вот эта планка и выше может сыграть весьма очень такую злую шутку при выполнение локальных заданий. Нет, конечно, хорошо, что они прокают, но политика локальных заданий строится на том, что мы получаем локальные задания раз в 12 часов в большом количестве и раз в 4 часа в очень-очень маленьком количестве. То есть контент растет прямо пропорционально и движется лишь по чуть-чуть. А те игроки, которые просто-напросто багнули всю эту систему и сделали себе во благо, лишаться своего персонажа на какое-то время. Я не думаю, что это прям такое сильное нарушение, но на самом деле это использование игровой механики, а именно эксплойт, чего, в принципе, не особо-то допустимо в Варкрафте и что, в принципе, приветствуется не особо. Так что, как-то так. Еще разок перечитайте лицензионное соглашение. Быть может, вы увидите там какой-то пункт, которым вы занимаетесь, и который не особо лоялен по отношению к этой игре. Так что, как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Крепитесь. До скорого.